частная или государственная школа в Испании? Ребят, привет, мне часто задают такой вопрос, в какую школу устроить ребенка по приезду, в государственную или в частную? Я скажу свою, так сказать, точку зрения, а как вы думаете, пишите в комментариях. Как по мне, государственная школа ничем не отличается от частной, во всяком случае по уровню образования. Конечно, много зависит от ребенка. Если ребенок учиться не хочет, то ему и частная школа не поможет. А если ребенок к учебе относится хорошо, то в государственной он будет учиться ничуть не хуже. А если по каким-то предметам не будет успевать, то можно нанять репетитора, при этом сэкономив деньги на частной школе. Но, конечно, выбор остается за вами.